Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будут светильники от производителя Wunderlicht. Это настенная подсветка. Ну, как правило, это подсветка для картины. Размером она 50 сантиметров. Предлагается в одном исполнении. Она полностью из металла. Цвет черный. Это такая гладкая матовая поверхность. Источник света здесь светодиодный LED-модуль, в данном случае он в виде LED-ленты. Прикрыт модуль белым акриловым рассеивателем, потребляет он 10 Вт, а выдает примерно 65. Включенная выглядит она вот так. Цвет свечения нейтральный, в кельвинах это 4000. Вполне неплохо она освещает. Ну, при таком размере и при этой мощности, яркости, если будете использовать ее для подсветки картины, то ширина картины может быть максимум до 70 сантиметров. Крепится с помощью монтажной планки. Вот она, размер этой части 10 сантиметров на 4,5. Да, ну и от стены отступает она на 7 сантиметров. Выключателя здесь нет. То есть для данной модели выключатель нужно выводить отдельный, так же как и для люстры, то есть на стене. Можно, конечно, теоретически установить на самом корпусе какой-то дополнительный механизм, может быть веревочный или в виде кнопки. Там дело в том, что внутри находится LED-драйвер, который питает наш LED-модуль. И вот он этому мешает. Веревочный, я думаю, что вряд ли поставите, а вот кнопочный, в принципе, возможно. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.